Магаданскими сотрудниками ФСБ завершено расследование ряда уголовных дел, связанных с реализацией на территории региона федеральных инфраструктурных проектов, а также с присвоением и растратой бюджетных средств с использованием служебного положения. Уголовное дело в отношении руководства филиала дирекции по дорожному строительству «Дальний Восток» в городе Магадане направлено прокурору Магаданской области для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело в отношении одного из руководителей Управления Федеральной службы судебных приставов России по Магаданской области после утверждения обвинительного заключения прокурором Магаданской области направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц из числа руководящих работников департамента СОТЭК мэрии города Магадана, продолжается. Напомним, уголовное дело в отношении дорожников было расследовано в течение 6 месяцев. Тогда руководство компании нанесло ущерб государству на сумму около 4 миллионов рублей, но в полном объеме сумма была возвращена. Уголовное дело в отношении одного из руководителей службы судебных приставов расследовалось 1.5 года. Он присвоил себе около 500 тысяч рублей премии сотрудников. Сотрудник же департамента СОТЭК своими незаконными деяниями нанес государству ущерб в размере 1 миллиона рублей.